Екатерина Савинова ценит свое время, поэтому предпочитает сайт госуслуги.ру. Возможности этого портала она уже ценила при записи к врачу. Теперь женщина решила оформить ребенка в детский сад. С помощью сайта госуслуги очень просто записать ребенка в детский сад. Не надо заходить в администрацию, не надо писать заявление в администрации. Можно это сделать, не выходя из дома, с помощью сайта заполнить все необходимые параграфы, пункты и уже с помощью этого сайта проверять очередь. Подать заявление дистанционно можно сразу в несколько детских садов, которые близки территориально или нравятся вам. Сделать это нужно, когда ребенку исполнилось 2 месяца. Выбираете год поступления малыша в детский сад и потом отслеживаете, как движется очередь. Есть и другие преимущества портала госуслуги.ру. Хочется отметить, что не только подать заявление, но и прикрепить в отсканированном виде все необходимые документы, которые указаны в административном регламенте. Единственным документом, который необходимо принести лично, является справка о льготе, если таковая у заявителя имеется. На сегодняшний день 3500 родителей воспользовались услугой портала. На портале госуслуги.ру можно также оформить медицинский полис, зарегистрировать автомобиль или, например, получить паспорт. Ведь этот интернет-портал обеспечивает доступ частным и физическим лицам к информации о государственных и муниципальных услугах Российской Федерации. Зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру просто. Для этого необходим только паспорт и номер СНИЛС. Оксана Лючева, Алексей Бредихин, Максим Пустовалов, Саратов, 24.